Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Лада Тольятти. Сегодня очередная выгрузка новых автомобилей Лада. И сегодня мы получили долгожданные машины, которые ждали. Вообще, это первая партия, в принципе, автомобилей Евро 5. Вот. В чем конкретно Евро 5? Пока я сейчас в этом видео вам не скажу. На самом деле, что там изменилось. По внешней части ничего не поменялось на автомобиле. По комплектации тоже ничего не поменялось. АБС, как была уже на предыдущих версиях, она так и есть, две подушки, все это так и есть. В общем, автомобиль, вы видите сейчас, это Лада Гранта в кузове седан, черного цвета, комплектация комфорт, с двигателем 1.6, 90 лошадиных сил, и автомобиль идет у нас Евро 5. То есть, как обещали, что начнутся стартовые продажи именно с Евро 5 мотором, вот он, пожалуйста, это Евро 5 у нас с АБСом. Но спешу просто, понимаете, выложить видео, потому что многие ребята ищут эти автомобили. Конкретно, что здесь Евро 5, мне пока не довелось узнать, так как занят очень большими продажами, как говорится, да, подготовка автомобиля, отправка, доставки. На этой неделе сумасшедшая неделя, просто у нас много машин на доставке, именно уехало в регионы, включая новые присоединенные территории, да, это ЛНР и ДНР, туда машина уезжает, в Москву машина уезжает автовозами, своим ходом уезжает автомобили, сделали срочные выдачи сегодня в Сызрани утром, рано утром машина выдавалась у нас Веста, прямо на ЖД вокзале, да, новая опция у нас, да, есть новая функция для наших клиентов с поезда сразу в новый автомобиль, да, потому что минуя ГЭС, и на ГЭСе у нас очень большие пробки, и клиентам приходится, чтобы из города Сызрань приехать в Тольятти, потратить где-то 2,5 часа. И также, допустим, в обратно, да, 2,5, целых 5 часов. Чтобы наши клиенты не тратили столько времени, мы сделали вот такую услугу, да, с поезда сразу в новый автомобиль. То есть мы привозим автомобиль своим ходом в город Сызрань, и там уже, соответственно, клиент оттуда уезжает. Вот, поэтому, в общем, работы очень много. И не успел я еще разобраться, почему это машина Евро 5. Да, автомобиль, кстати, стал уже дороже. Дороже он стал около там, 30 или 40 тысяч добавили за вот это вот Евро 5. Было Евро 2, стало Евро 5, плюс 30 мы прибавили, да, плюс 30, плюс 40, да. Ну, это не ко мне такие вопросы, к сожалению, да, но как бы что есть, да. Черный цвет, значит, у нас появился в наличии. Комплектация комфорт, штампованные диски 14 дюйма, шина стоит здесь Кама Грант стандартная 175-65R14, две подушки безопасности, штатная музыка, кондиционер, подогрев передних сидений, два стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. В общем, это все о комфорте. И освободился сегодня, не то что освободился, вчера вечером пришла машина, еще даже не успел ее выкладывать, и в общем предложить вам. Это у нас Гранта в кузове лифтбэк. Комплектация Club. Это самая полная максимальная комплектация на сегодня. Она в черном цвете. Здесь такой же двигатель 1.6 90 лошадиных сил. Здесь черные иксы идут. Видите, на комфорте белые, здесь черные. Также с повторителем. Ручки дверей молоденькие присутствуют. По салончику здесь сиденье с надписью Club. Название комплектации. Две подушки. Музыка, обогрев лобача. Подогрев передних сидений, два стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. В общем, есть свободники Liftback Club, кому интересно, в продаже. И два черныша Евро 5. То есть это Евро 2 автомобиль, эти два черныша Евро 5. В общем, подписывайтесь на канал обязательно. Будьте всегда первыми в топ получать новости о поступлениях новых автомобилей Лада. И вы можете всегда, в принципе, позвонить мне и забронировать для себя автомобиль. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, и контакты будут в описании. Всем пока!